Привет, меня зовут Паша Потапова. Коротко о самых важных событиях на грядущую неделю. Если в тебе еще есть остатки хэллоуинского настроения, то в этот четверг, 7 ноября, в прокат выйдет фильм «Девятое». В конце 19 века в Петербурге происходит серия жестоких и загадочных убийств 8 девушек. Следователь Ростов ищет маньяка вместе с молодой и красивой ясновидящей из Великобритании, которой предназначена роль девятой жертвы. Заинтригованы? Тогда до встречи в кинотеатрах. Театр абсурда. Праздник сюрреализма на площадке клуба «Аура» уже 8 ноября. Фейс, он же Иван Дрёмин, завоевал сердца многих слушателей рэпа. Новые композиции, клипы, визуальное шоу – это все ждет вас в 20:00. Честная музыка от настоящей Мари Краймбрери в арене «Холл» 9 ноября в 20:00. 27-летняя артистка сумела доказать, что не существует никаких форматов, если ты честен с собой. Легендарный рок-коллектив The Scorpions снова в Воронеже. Трепещите, фаны, и все те, кто умеет насвистывать композицию Wind of Change. 10 ноября в Ледовом дворце спорта «Юбилейный» в 19:00 выступит Scorpions в рамках мирового турне, которое носит название одноименного альбома Crazy World. Хочешь знать еще больше о событиях нашего города? Заходи на сайт «Блокнот Воронеж».